здесь тоже учебные корпуса нашего Полоцкого государственного университета. И сюда, на Полоцкую землю, университет вернулся совсем недавно, в начале 21 века. Корпуса древнего Полоцкого иезуитского коллегиума были переданы нашему университету. Здесь сейчас обучаются три наших факультета. Вот. Мы с вами посмотрим, как было. И мы сейчас с вами в самом центре Древней Софии XI века. Предмет, который мы представили в древних хранилищах, точно так же, простите, леди копий, представлены монеты, следующее видение. Это небольшая горсточка уникального клада арабских серебряных купеческих дирхам. Клад был обнаружен в 1973 году, но не под Софийским собором, на окраине города. И что еще удивительно, клад нашли дети. Представьте, малыши 4-5 класс, такого ребенка.
чтобы добраться до того, что прямо перед вашим взором. На стенах изображены эти святые, кому молилась святая Фросинишка и отец Моисей, кому она подражала. Простите, все к Христу приложились? Да. Месяц назад вышла из капитального ремонта. Ремонт был настолько сложный, что все технологические проезды были заняты автокранами. Такой объем работы нам пришлось выполнять впервые. Справа по входу энергетические мощности завода. Мы подхватываем собственными энергетическими мощностями и удерживаем в работе основные технологические объекты без перерыва. Достаточно сказать, что остановка одной установки гидрокрекинга, переработки тяжелого остатка вакуумной газоль в день обходится потерями для бюджета завода в 1 миллион долларов. Поддерживается на автоматическом режиме, компьютеры управляют этими технологиями. Люди нужны только для того, чтобы зафиксировать сбой в работе того или иного оборудования и подкорректировать работу компьютерной системы. Мы сейчас едем по территории. С этой стороны слева у вас это топливное производство, а с правой стороны уже вышли. Это не секрет, что звезды шоу-бизнеса нашего российского, это не
Ну, дорогие, вы знаете, не одна отвечу. Нет, и еще, и второй вопрос. Вы посмотрели вчера уникальный ваш амфитеатр. Как он используется помимо этого фестиваля? Я отвечу на этот вопрос. Наверное, мне будет легче, чем кому бы ответить, потому что я одно время как раз руководил управлением культуры Тверской облсполкома. Ну, во-первых, по Славянскому базару. В этом году мы провели достаточно успешно 23-й Славянский базар. Я могу вам сказать так, что если еще где-то, когда начинался сам базар, первые, допустим, 10 в структуре, будем так говорить, расходов, доходы наши достигали порядка где-то 25-24%. За последние 5 лет мы выросли с 54%, в этом году до 76%. 76% это уже самоокупаемость нашего фестиваля. Но я хочу еще раз, уважаемые коллеги, подчеркнуть. Здесь как раз не проблема, понимаете, вот скажем, я как больше специалист в этой отрасли, как раз скажу, что не проблема в том, что дорогие ваши звезды. Проблема не в этом. Если мы говорим об этом фестивале, полное его название – это фестиваль искусств. Фестиваль, еще раз подчеркиваю, искусств, понимаете? И как раз наоборот, когда приезжают какие-то поп-звезды, их концерты у нас аншлаговые, они заполняются. Намного всегда сложнее, вы прекрасно понимаете, что, будем так говорить, при приглашении любых других коллективов, такие как спектакли, такие как балет, такие как опера или какое-то другое высокое искусство, оно всегда во всем мире требует именно, скажем так, больших затрат государства. Но задача, которая поставлена главой государства, в ближайшие годы нам полностью выйти на самоокупаемость. На следующий год мы планируем выйти более чем на 90%, чтобы к 2016 году наш фестиваль стал полностью окупаемым. Еще раз подчеркиваю, мы к этой идем цели, и эта цель будет достигнута. Достигаем за счет того, что именно, скажем так, вот сегодня приглашаем на фестиваль искусств, хоть это и набивает оскомину, скажем так, у истинных ценителей, будем так говорить, настоящего искусства, когда мы приглашаем, как вы говорите, вот эту вот самую попсу. Я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, то, что вы хотели услышать. И сейчас, одну минуточку, я добавлю, что вы же в курсе, на каждый очередной финансовый год принимается бюджет союзного государства. В доле 2/3 российский бюджет, 1/3 белорусский бюджет. И в такой же доле финансируется и Славянский базар Витебский. Поэтому то, что сказал Владимир Владимирович, в наших интересах быстрее добиться самофинансирования, а те же средства, которые выделялись, пустить на другие статьи, на медицину, науку и так далее. То, что касается самого амфитеатра, вопрос действительно такой достаточно злободневный, учитывая, я думаю, вам вчера об этом говорили, я хочу еще раз подчеркнуть, что Витебск не случайно зовется не просто культурной, а северной столицей нашей республики. Я думаю, что экскурсоводы, которые вчера работали, подчеркнули, что именно первая белорусская губерния, которая была создана именно со столицей в городе Витебске. Поэтому мы называем наш город Северной губернией. И действительно, скажем так, вот этот вот период, который мы имеем возможность сегодня использовать амфитеатр, он достаточно короткий. Тем не менее, начиная с самого конца, где-то апреля, с конца апреля до начала октября, он очень активно используется на различные концерты. Не знаю, как, допустим, я знаю, что есть проблемы сегодня в Российской Федерации с той же группой «Машина времени». Последний концерт, который у нас был 2 недели назад, это была именно группа «Машина времени». Я к чему это хочу сказать, что мы очень активно работаем со звездами, очень активно проходят различные фестивали. Я думаю, что российским коллегам будет интересно. В прошлом году на территории как раз амфитеатра в течение 2 недель, в мае месяце, у нас проходил 10-й фестиваль самодеятельного творчества «Газпрома» «Факел». И я хочу подчеркнуть, что все 37 дочек «Газпрома», которые есть на территории Российской Федерации, во главе с своими генеральными директорами, во главе с своими заместителями, и, естественно, с присутствием Миллера, который, как подчеркивали потом, в принципе, и коллеги, он впервые, вот скажем так, за вот эти вот все годы проведения в Геленджике раньше проходил, он впервые присутствовал не только на открытии, но и на закрытии. Причем мы полностью использовали наш амфитеатр, и насколько, в принципе, потом выступали, в общем-то, так, коллеги из «Газпрома», проведение вот этого фестиваля, скажем так, в нашем городе,
очень понравилось. Поэтому мы активно используем не только на Славянском базаре, проходят различные фестивали, проходят различные концерты. Мы используем его по полной программе. Спасибо. Пожалуйста, еще давайте по очереди. Город Ижевск, Удмуртская республика, Удмуртская правда. Вы знаете меня, что хочу сказать спасибо за музей, потому что так перекликается. У вас комсомольская стройка, у нас тоже комсомольская стройка, если все помнят, автозавод. И вот один из вопросов, вдруг такая мысль пришла, а не устроить ли такую встречу и сделать город Ижевск тоже побратимом? Две вот такие замечательные. Эта история, ты никуда не денешься, правда? А второй вопрос, Наталья Ивановна, вот вы в своем сообщении сказали об интересном проекте «Город дружественный миру». Вот я хотела узнать, а что дал вам этот проект, вот городу, да? Детям. Ну, я понимаю, что детям. И кто готовил это, потому что я просто знаю, любые конкурсные проекты, они очень такие интересные, действенные и... Они что-то ведь и дают, и с моральной, может быть, даже с материальной точки зрения, да, в части это. Опыт интересный. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, что касается городов-побратимов, мы открыты к сотрудничеству, и если будет от вас инициатива, мы можем обратиться. С удовольствием, вот на нас сейчас вышел Нефтекамск. И мы готовы, пожалуйста, мы подпишем договор, будем сотрудничать. Вот так у нас получилось с Курском. Мы поехали просто туда с делегацией. Гости практически нас наставил на путь истинный владыка наш Полоцко-Глубокские партии, взяв туда. И сегодня мы уже имеем договор сотрудничества, плодотворно сотрудничаем. Что касается вот этой глобальной инициативы «Город дружественный детям». Это вообще не новая такая инициатива, это не новый проект, поэтому проект работает огромное количество стран во всем мире, и Нью-Йорк, и все остальные. Что мы, когда узнали о этой глобальной инициативе, решили подключиться, потому что, ну, город молодежный, вы уже слышали, а молодежи у нас достаточно много, и такое количество вузов, и университет для такого молодого города. И это в первую очередь подстегивает, конечно, несомненно, нас, власти, я вам сразу скажу. Почему? Потому что для того, чтобы получить этот статус, надо выдержать все критерии. Там и финансирование различных школьных учреждений, дошкольных, материально-техническая база, здоровье детей, рождаемость, правонарушения среди молодежи. В общем, это создана целая комиссия, в которую входят представители всех министерств в нашей стране. И вот эта комиссия рассматривает, у нас сегодня в нашей стране работает уже более 10 городов по этой программе. Город, вот этот статус присвоен только двум городам пока в нашей стране. И поэтому мы ухватились за эту инициативу. Почему? Потому что мы понимали, что это для нас определенные такие возможности делать больше для молодежи, для ребят. А вообще, вы знаете, у нас вот каждый год объявляется каким-то годом в стране, да? Год гостеприимства, год предприимчивости. А мы в 2011 году пошли по такому пути, что мы еще для себя объявили годом молодежи. Потому что мы понимали, что нам надо, ну, вообще, я считаю, что молодежь, да, ну, каждый нормальный человек понимает, за кем завтра будущее нашей страны, да? Ну понятно, те люди, которые сегодня учатся в школах, в детских садах, они придут на смену нам. И поэтому, конечно, мы проводили очень много мероприятий, более, ну, наверное, я думаю, таких глобальных, более 100 мероприятий было проведено. У нас в городе создан ученический парламент, в который входят представители всех учебных заведений, каждой школы, лицея, ПГУ, нашего университета. И вот мы с этими ребятами общаемся. Вот на следующей неделе у меня будет такая встреча. И поэтому, конечно, в первую очередь, это и наш интерес, и, конечно, мы хотели сделать так, чтобы молодежь и город, который вот сегодня все говорят молодой город, город молодежный, у нас самая главная улица, про которую мы сказали, вот улица Молодежная, здесь показали в фильме. Кстати, про эту улицу снят был в советское время фильм «Улица без конца», может быть, кто-то ее видел. Нам сказать. Да, поэтому вот, ну, материально, я вам так скажу, конечно, нет. Ничего для города откуда-то нам не пришло и никак. Вот. Просто это вот такая, ну, я считаю, это, во-первых, ну, для нас очень важно, что мы уделяем большое внимание детям. А это подтвердили представители Министерства ведомств.
Это не просто так, что вот мы так считаем, что вот у нас так хорошо. Но на самом деле, да, вот, получив это звание, оно не присваивается раз и навсегда, на 2 года. 2 года пройдет, мы будем обязаны отчитаться в очередной раз и подтвердить это звание. Поэтому, конечно, для нас это вот такой стимул в работе с молодежью, с ребятами, для того, чтобы его чувствовать. Ну, и потом, вы знаете, мое мнение, что с молодежью надо не просто работать с позиции там, вот мы опытнее...